Сад памяти появился в Няндомском районе. 10 тысяч саженцев сосны в рамках федерального проекта высадили сотрудники Шалакушского подразделения группы компании «Титан» и работники участкового лесничества. Территория посадок 4 гектара. Был проделан большой объем работ по выравниванию и специальной подготовке почв. Мы не просто занимались восстановлением лесов и рекультивировали почву. Каждая посаженная в рамках акции дерева – это символ того, что никто не забыт, ничто не забыто, отметили участники церемонии открытия сада памяти. Напомню, в рамках акции предприятия холдинга «Титан» уже посадили более 28 тысяч саженцев сосны в Вельском, Устьянском, Пинежском, Няндомском районах области. Всего же в этом сезоне группа компаний «Титан» посадит более 2,5 миллионов саженцев хвойных деревьев. Большую часть посадок посвятят юбилею холдинга. 2 ноября группе компаний «Титан» исполнится 30 лет.